ситуации. Подарили забитый мяч сейчас сборной Дании. Американцы лежат на газоне. Клаудио Рейна. Показывает, что у него травма. Брюс Арена. Молчаливо. Без единого жеста отворачивается от всего происходящего. Смотрим еще раз. Лежащего на газоне капитана сборной США и радость африканской сборной. Потрясающий момент. Erste Technik war das von Gelabino. Luca Toni, Latte! Also sie bedienen weder ihn, Asamoah Gyan, der da gerade noch mit am Ball war. Also das ist es nochmal. Gelabino, das war fantastisch. Da entfernt ist. Totti, und da war Kingston noch dran. Полминуты до конца основного времени. Донован, передача под удар и не тут. Полминуты до конца основного времени. Донован, передача под удар и не тут. Полминуты до конца основного времени. Донован, передача под удар и не тут. Ramani. Immerhin, endlich, ein Abschluss. Nach 18 Minuten. Матч идет в европейской сборной. Пока очень многое. Зато Чехия относится к Ратомиру. Но американцы сейчас заработали пенальти в свои ворота перед самым перерывом. Сейчас без вариантов. Под перекладину. И 2-1. Сборная Гана в топ-перене. Kings. Aber gar nicht so einfach. Das war für mich abseits. Es die Fahne bleibt unten. Dafür gibt es jetzt Schwalbe. Und Geld für Adrian. Jetzt muss doch was passieren, oder nicht? Kein Abseits, das ist die Chance für Perotta. Kingston! Richards! Kingston! Der wird aber verlegt hier am Abseits. Ronaldo, ist er schnell genug? Oh. Unfassbar! Mensah aus 2 Metern.